Я Прохоров. Поздравляю, у вас девочка. Нет, нет, не надо. Нет, мне девочка не нужна. Мне нужен мальчик. Как себя, так значит, мальчика. Как своим знакомым, так мальчика. А если к вам человек по-честному, без всяких этих, так что, значит, ему что попало? Да? Ну, ничего, ничего. Вы еще пожалеете. Вы еще наплачетесь. Это наблюдение за моим другом. Он живет в Сочи. У него много детей. Я видел как-то, как он стоит под окнами роддома и кричит. Медсестра! Ага! Привет! И здрасте! Скажи, пожалуйста, кто у меня родился? Он родился! Правда он? Правда он? Девочка! Вах! Я так его ждала! Дин-диги-диги-дин-диги-диги-дин-диги-диги-дин! А то у меня мальчик целая 6 штук, переставляешь 2 тройняшка. Девочка, хорошо чувствуйся? Хорошо чувствуйся! А жена как себе? Нормально, так себе! А как мой золотая кушает? Хорошо кушает! Аппетит бомба! Мацони кушает, мама лига кушает, коньяк, маньяк, шашлик, машлик, все кушает! Эй, маленький девочка шашлик кушает? Нет, жена твой. Девочка вообще не кушает, только пьет. Это что пьет? Молоко. А коньяк уже мало оставался. Еще переноси срочно. Доктор сказала, чтобы у твоей мужчины молоко много было, коньяк надо пить. За ее здоровье. Хорошо. Скажи, девочка сколько имеет вес? Вес? Никто не знает. Веси роддом нет. Почему веси нет? Сестра хозяйка на рынка отнес. Его брат попросила. И что, ребенок вообще взвесить нельзя? Почему нельзя? Можно. Я девочка на рынка возьму, взвесь ее, перенесу, тебе расскажу. У тебя голова совсем плохо? Эй, наоборот, хорошо. Пусть с детства к рынка приучается. Ладно, а какая имеет рост? Никто не знает. Линейка роддом нет. Тоже этот сволочь утащила на рынка? Нет, не этот сволочь. И не утащила, просто дочка меня попросил. И не на рынка, а швейный ателье. Понятно тебе? Туда тоже мой девочка понесешь. Понесешь, чего захотела? Туда далеко ехать надо. Денежка на такси давай 500 рублей. 500 рублей, туда хватит 200. Бензин подорожала 400, не меньше. 300 и ни копейки больше. Хорошо, ни тебе, ни мне 350. А, ладно. Уговорил. Рост вообще не надо. Просто скажи, девочка красивый. Что ты, бомба? На меня похож? Нет, я же говорю красивый. А волос какая имеет? Брюнетка или блондинка? Лисий. Как коленка. Как коленка, это лохматые. Конечно, лохматый, а цвет лисий, как хвост. Рыжий. Нет, чернобурый. Ты скажи, Люши, какое имя своему дочке хочешь?
Имя дочка, я не думала, у меня только сыновья. Правильно, не думай, мы уже имя придумали. Какое имя, э? Никто не помнит. Очень трудное имя, помню только фамилию твою оставили. Митсубидзе. Да как ты смеешь? Мой фамилии не Митсубидзе. Мой фамилии Ксерокопян. Ксерокопян? Вай, вай. У Ксерокопян там совсем другое дело. Там не девочка. Как не девочка? Посмотри лучше, э? Ниже пояс на копилка похож, значит, девочка. Нет, говорю, на копилка не похож, на слоник похож. Мальчик? Нет. А какой еще вариант? Мальчик, только целая три штук. Вай, вай, мама Джан, этот мальчишка у меня уже третий тройняшка. Медсестра, ты меня зарезал без вилка вообще. Ара, ты сам себе девять мальчик ксерокопировала? Ксерикс поменять, да? И смотри, сколько штук опечатаешь. Один став вместо тройка. Техника пользоваться не умеешь, а медсестра тебе виноват. Давай неси коньяк быстро, э! Все вместе выпьем за каждая твой ксерокопия.